Здорово всем! Добро пожаловать в 7 Days Today. В общем-то, титановая мачетка, кирка, топорик, всякая такая ботва у меня уже есть. Уровень, конечно, слабый, не хватает пока очков мне. Кстати говоря, изготовление инструментов, ну, потом посмотрю, пусть пока будет так. Ну, вот это вот бы не помешало. Хотя мне нужно вот эту вот хрень. Но она только на 80 уровне. У меня пока уровень получается 59 сия. 60. Понятно, с этой стройкой. В общем-то, меня запарило туда-сюда карабкаться по блокам. Я сделал лестниц пятихатку. Да, стали грохло много. Ладно, это в принципе не важно. Сталь-то я наделаю, железо и глины. Это не проблема. Титана я хоть и накопал, но он пипец. Довольно-таки тяжело копается, так что это еще тот геморрой будет. Я немного прикинул. И, возможно, у меня, конечно, получится финт ушами, так сказать. Я надеюсь, что он получится. Что зомбики пойдут по лестницам спускаться. Неохота мне такой данжик терять, довольно-таки хороший. Если это не получится, я просто попробую как-то их здесь выманивать, чтобы они вниз шли и вниз спускаться с ними. Но это глупая идея, мягко сказать. Так что, вероятно, я здесь бетонку поставил, но не везде, не везде. Значит, крыша там рушится. Немного здесь усилил. Пока никто ко мне не падал, в принципе. Так что я особенно не парюсь. Пошли, я гипс возьму. Что-то не всегда это получается. Но хотя бы я могу быстрее подниматься и спускаться. Надо вообще-то там ставить, да, эти мешочки, пам-пам-пам-пам, как там называются. Я их сделал. Не мешочки, а сено столько ставить и туда спокойно прыгать. Прям под лестницу. Я забыл их просто взять. Потому что и так. Раз 50 уже туда-сюда телепортировался, мне это немного уже задолбало. Если честно. Здесь специальный ящик пометил с остатками своей стройки и... Угу. Так, 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 так. Ну, вроде бы все. Осталось только ждать. Надо было диазепам взять для улучшенного ДПСу. Так, ты закрывайся. Видишь, я пока тут витаминки жру и хпси повышаю. Так, но остается надеяться, что у меня все получится и зомбики пойдут спускаться по лесенке. Это будет просто шикарно. Тогда я просто буду улучшать этот данж и кое-что буду другое придумывать. Но получится или нет, это вопрос хороший. Потому что было бы неплохо мне по большей части поставить не один ряд турелей вот там вот наверху, чтобы они от лестничных площадок расстреливали зомби. Чтобы зомбики просто сюда падали, и я их тут добивал, бегал. Вот это был бы вообще идеальный, шикарный вариант. А, получится ли он? Я не знаю, я все пытаюсь замутить вот с этой ерундой, потому что настроить свою стандартную площадку, это довольно-таки долго и муторно. Я поставил пока на производство около 6000 блоков. Обычных бетонных, чтобы их потом можно было модернизировать. То есть обычный блок, если есть, можно, конечно, делать стальные, насколько я помню, или сразу железные. Но железный блок, он будет разрушаться. В чем прикол бетонного блока? То есть бетонный блок я ставлю первой версии, потом улучшаю его до обычного бетонного блока белого, а после чего улучшаю до обычного такого стального, после стального улучшаю до улучшенного стального. И при разрушении оно идет задом наперед, то есть этот разрушается, потом тот разрушается, потом обычный белый и серенький блок разрушается. Конечно, в лучшем счете было бы, ну хотя лучше, да, так использовать. А если делать готовый блок, то разрушается только готовый блок и все, без добавочных. Ну это раньше так было, сейчас я проверять не стал. Блин, не тратить ресурсы, время, я лучше так погеморроюсь.
Как раз все равно. Время есть, кинцо посмотрю. И будет уже ясно, что как, чему, почем, зачем и как. В принципе, пулемет у меня есть. Один, второй. Патронов, наверное, побольше бы расследить. Вот, деньги за собой это зачем взял? Так, 2 минуты. До 157 поднимем. Надеюсь, у меня все прокатает. Ну, правда, в этом не уверен. Буду надеяться. Насколько я понял, зомбики бегут к первоначальной точке спавна. То есть точка спавна у нас здесь. Если они будут по лестницам спускаться, вот это вот будет отлично. Я оставил проходы, сегодня обратил внимание, когда наверх поднимался, размером 3. Ну, чтобы большие самые зомби проходили. Правда, я не уверен, пройдут ли они по ширине. Тут есть довольно-таки толстожопые. Это вопрос тоже хороший. Меня он немного угнетает. Но я что, воспользуюсь ДМом, проблемой, и посмотрю, как это все работает. Что непонятно, то ли модельки увеличены были только в высоту. Ну нет, хотя да, высоту они вроде 3 блока пробивали. Но от этого также зависит постановка моего окончательного, так сказать, форта. То есть я сверху тоже, кто не помнит, ставил там решетки, чтобы оно лучше держалось. Титан я хоть и накопал, уже его там немного наплавил, но улучшать титан я не могу, потому что нужен лазерный гаечный ключ. Пока на данный момент времени я не могу этой технологией обладать. Хотя все книжки я уже прочитал, если можете, можете посмотреть, я уже прочитал 5 книг. Ну, кто помнит, эти красные бирюльки собирал, но не это я не могу, блин, сделать. Меня это, мягко сказать, раздражает. Вероятно, нужен уровень какой-то. Может, 100-й, может, 75-й. На, без понятия, сразу говорю. Будем ждать наших друзей. Они вряд ли себя долго заставят ждать. Да, как я и думал. Вот что-то не устраивает меня, пока все устраивает. Правда, я не могу понять, они по лестницам вообще собираются лезть или как? Да, по лестнице они стараются лезть. Поэтому что, по финту что ли? Работает, народ. Работает. Охренеть можно.
скотина. И я сейчас как раз проверю его урон. Давай посмотрим. Снес ли он мне блоки. Вот что самое главное. Я хотел проверить, но никак не мог. Если он блоки не снес, перезапустим орду. Но правда этот урон его через блоки, конечно, немного бесит. Но ловушка, в принципе, была хороша. Просто идеально. Господи, как меня вот это вот раздражает. Сцена нажал, блин, тебя вверх куда-то отшвыривает. А, нет. То есть, если он взрывается, просто мне надо отойти. Так, давай-ка мы лутецкий немного соберем. Который здесь есть. Я сейчас орду перезапущу. А это что еще за хрень? О. Так, это на скраб. Я думаю, так вот раз заходить, помирать и лутать. Спида. Потеряю, конечно, хп, которое тут все копил себе. Насрать. Лут фураго. Лут главное. Так, а что я там скрапаю вообще сейчас? Снайперскую винтовку. Фу. В принципе, все выходит намного лучше, чем я ожидал. Надо просто, да, подальше отходить. В принципе, я надеюсь, мне хватит. Дальность-то. Ну, я вообще-то немножко получше ожидал, но лута, да, пока мало, увы. Пока мало, но я проверил, все работает. То есть мне надо поставить побольше шотган турелей. Вообще рядами их здесь заставить. О, кстати, а он не задел ли шотган турели, этот козел? Вот про это я что-то не подумал. Нет, не задел. То есть он решетку мне задел. Он вообще выбил мне решетку. Ага. Он не сильно повредил-то, кстати говоря. Терпимо. Так, но он повредил почти всю... Ух, ни хрена у него дальность. Получается, мне надо будет вообще отбегать куда-нибудь в сторону. Ёлы-палы, у меня почти дверь вышел. Один слой. Ни хрена себе дяденька дает. Хотя с этой решеткой что? Эта решетка спасла турели, получается, да? Так, откуда мне прятаться тогда от него? Вопрос такой себе, хорошенький. Пошли-ка я тут положу все. Сейчас перезапущу народ орду. Попробуем еще. Ну, конечно, с этими взрывными, с пробивным уроном через блоки. Я не знаю, как справляться-то конкретно. Писали, что мод надо установить дополнительный. А как-то мне не очень это хочется, если честно. Так, вот это лучше принять. Тоже оставить. Патрошки тоже оставим. Они всяко нужны будут. Была у меня идея мины тут положить. Но я не стал этим пользоваться. Так, вот стали у меня мало, это надо на ремонт. Ладно, народ. Ой, а что это у меня эти патроны делают с собой? Сейчас, короче, увидимся немножечко попозже. Так, ну насчет, конечно, этих взрывающихся чертей, блин, вопрос хороший. Что ж с ними делать-то? Может залезть да искусственно реально убрать их не ДПС сквозь блоки. То это слишком круто. Не, ну хотя до титана дойду. Хотя когда я дойду, там еще непонятно. Но я предполагаю, что либо 75-й, либо 100-й уровень как раз и дает возможность использования титанового. Строительстве. Хотя погоди-ка. А, я могу титановые блоки делать. Я могу делать титановые блоки. Но титановые блоки мне не помогут.
вообще никак. Я смотрю, этому насрать мелкому. А не, не насрать. То есть ДПС они получают хорошие. Куда вставать пошел? Команды смирно не было. Да, если здесь поставить турели побольше, можно, конечно, тут адовую мясорубочку устраивать. Так и будем делать, почему и нет. Ой, я здравствуйте. Это муха. Хотя он не такой опасный, жутко. Так, ты теперь заряжайся. Я лучше вот, а может хотя вот так вот поможет мне. О, зимний прибежал, отмороженный. Не, глушака у меня здесь нету. Не, чувак, тебе здесь делать нечего. А где мои витаминки? Блин, я витаминки выложил, это плохо. Надеюсь, эти бараны там опять не начали Так, скроп, скроп, скроп. Конечно, неплохой пистолетик. Правда, толку мне от него нету. Это что за фигня? Как-то странно все.
Да, опять решили прокопаться. Это уже к гадалке не ходи. Достали купори. Демонических вы тоже можете убивать, но не кисло. Молодцы. Что еще могу сказать? Но как он смог туда забраться? Да, они копают яму опять. Они опять копают яму. Так, ну единственный вариант это идти помирать. Походу мне надо как-то по-другому это все делать. Бежим. Пробивание сквозь блоки мне не нравится. Да уж. Немного надо было изменить саму постройку, но я, в принципе, понял, что мне делать. Моя постройка очень эффективна, но надо немножко ее подделать. Но это уже не проблема. Подделать я ее как раз таки смогу и то опционально. Главное, что работает, правда? Понял, в чем дело. Надо, короче, нам здесь постоять немножечко.
Так, собственно, народ, я теперь знаю, как сделать мне отличную фармилку для зомбей. Это просто будет что-то с чем-то. Наверное. Правда, не уверен. Так, надо проверить, как зомби ходит по половинчатым блокам. Я еще электричество поставлю. О, я тут понаотрываюсь, слушай. Да, я ему устрою кучку на медь. Да мне тут дохнуть будут тысячами. Было интересно, когда же они, блин, появятся? Ну да. Самое главное, народ, я понял принцип. Принцип понятен, остальное ерунда. Подокопать было долго. Мачетку еще хочу на зомбях проверить потом. Пошли, 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 молодцы мои. Yeah.
Не. Нафиг нужно, скажу дружно. Дают полутать, зараза. Да ты издеваешься. Да уж, это долгая ночь будет, я чувствую.
Этот пулемет всяко помощнее. Это в разы. Ну и с демоническими справляюсь и со всеми остальными. Я устроил мадовую мясорубку для зомби. Стоп, это что за хрень? Кстати, дверь одну вышибли уже. Боюсь, у меня на больше не хватит. Жесть. Какая жесть. Почти. Держимся. Вот
тяжело сейчас понять, сколько я зомби вообще убил. Хорош там ползать. Бегемота не убить, даже с помощью турелей. Значит, надо как-то убирать этот чокнутый его реген ХП. Я что хотел, в принципе, то и проверил. Смысла от моего строения нету. Надо убирать реген ХП бегемота. Потому что, ну, его даже турели пробить нафиг не могут. Сами видели. Но повоевал я тут знатно, конечно. Вот это вот вообще шикарно. То есть я теперь знаю, как подусилить это все. Но все равно против бегемота-то я не справлюсь. Пусть он даже один под конец прибежал. Но я не знаю, может так задумано, потому что суккубуса-то мы смогли убить. Че думаете, народ? Я вот думаю, вероятно, разработчик так и задумывал. В принципе, убирать тогда реген не будем. Типа бессмертный супербосс. Хотя обидно, с него вкусные вещи бывают падают. Так, потом наверх поднимемся, посмотрим, что они там накуролесили мне. И да, то, что у них половина хп теряется при падении, блин, это вообще шикарно. Если бы не это, мне бы тут настал трындец. Но именно вот с этой вот ботвой, блин, а что мне такое говно дают-то? Вероятно, сумочки аж под пол проваливались, да? Ну то я знаю теперь, как делать себе построечку свою. Правда, электроники надо будет насобирать, ёлы-палы. Это, наверное, самый будет геморрой, который только есть. Так, ну до титана как дойти тогда? Я вообще хоть уровень поднял с этого дурдома. Угу. Один-то поднял. Он, видишь, как у меня бабла сыпется. Довольно-таки не кисло количество. Так, ладно. Пошли. Разложимся. Быстренько.
Потом это буду уже сам все пролутывать, долутывать, очищать, вычищать. Но план с ловушкой, конечно, сработал на ура. Это меня непременно радует, кстати говоря. Мне нужно попить водички. Хотя бы немножко. Честно, я даже такого не ожидал. Слушай, что так все будет хорошо работать. Я вот додумался, когда лестницы поставить, и просматривал свое видео, я предположил, что зомби берут начальную точку отсчета, куда за тобой бежать, либо на тебя, либо там, где ты стоишь. Я угадал. То есть не на спальник, а там, где я стою. Потому что раньше было на спальник. И так как разработчики много чего меняли, мне стало много чего интересно. Я проверю, пожалуйста. Вуаля, все подтвердилось. Так, ладно. Теперь нам надо забраться наверх. Че? И посмотреть, что же эти там засранцы накуролесили. Я теперь знаю, как делать это все. В принципе, камень-то мне не нужен. Но я сделаю тут отличный просто данжик. Потом он немного глюченный получается. Но он работает. Он работает. На остальное мне плевать. Так, где-то ямки-то здесь у них еще есть. Да. И где они решили все-таки покопать? Немножко покопали, да? А, ну они не так много и копнули-то, слушаю. Вообще ерунда, кропаль. Вот здесь им надо было мне все порушить, когда я тут все достраивал. Козлы. Слов нету. Ну ладно, будем это все заделывать потихонечку. Так, ладно, пошли-ка посмотрим, что нам вообще-то принесли эти чудики-юдики. Хотя, чем меня сейчас могут удивить, вот мне интересно. Вот вообще до упора. Повезло. Насчет двери тоже надо что-то придумать. Интересно, есть какие-нибудь двери покруче? Жалко здесь базу себе не обустроить. Охренеть, тут спускаться, подниматься. Ага, скажите, базу еще с подземным гаражом до поверхности. Ну-ну. Сейчас. У меня была такая идея дебильная. Я просто пока выкопал вот эту вот всю хрень, я понял, то, что это не вариант. Я не знаю, сколько это у меня сотен часов займет. Хотя не сотен часов, но много. Так, ладно. Смотрим. Удивляемся и поражаемся. Часть, конечно, моего здесь барахла. Но что нам тут вообще полезного принесли? По патронам я хоть и купился для начала. Да, всякого говна, конечно, я тут насобирал хоть, но по патронам я ни разу не окупился, да? Угу. Патроном, походу, я вообще не окупился. Да, вот это вот дерьмо, конечно. Это весь боезапас, который они мне тут решили предоставить, да? Ай-яй-яй. Ну, как сказать, вроде один к одному вышел, в принципе. Так, где-то здесь бабла я много видео было. Так, ладно, народ, на этом, пожалуй, я закончу. Сами можете посмотреть. Ну, ни хрена толкового здесь я вот лично не вижу. Так вот, брошенным взглядом.
В принципе, мне сейчас что и надо, так это достичь уровня, да? Будет зачем вот эти вот технологии дурацкие. Чтобы можно было что-то поинтереснее делать. Но на этом, пожалуй, я закончу. В принципе, я доделаю. Потом вам покажу, что я здесь замучу. Я уже знаю, что здесь надо делать. Это меня порадовало. Зачем я закрыл? Ну ладно. Да еб... В принципе, я, конечно, здесь сделаю. Так, а сколько дробовика потрачено? Ой, слушай, копье. Так, да, копейка потрачена была, 300 патронов. А, сейчас я, короче, обработаю здесь. Не могу удержаться, хоть ножик проверю. Так, все, проверили. Обрати внимание, что стамины мало тратится на титановую. Эту хреновинку. Что это сейчас было? Я ее случайно пнул, что ли? Ну ладно, починю потом. Так, более-менее. Хорошо. Отлично. Угу. Угу. Так. Пистолетная. Они вообще, блин, включены были. А, ну они по фулочке были заряжены. Не знаю насчет пистолетных, был ли какой-то толк. Вроде стреляли что-то тут. А, здесь вообще стак потратил. Ну ладно. Ничего, он ровно стак потратил. Ну да, почти. Немножко побольше. Так, ну все хорошо, слушай. Мне понравилось, в принципе. Ладно, вот на этом, пожалуй, я закончу. Ну вот детский, который пособирал, вы здесь прекрасно увидите. Я сейчас половину отрефайню. Нахер не нужно. Но я понял, как делать мне то, что я ловушку, так сказать, для зомби. В итоге мы будем их фармить. Только немножко в другом, так сказать, периоде, не расстреливая их, а пользуясь, так сказать, некоторыми вещами. Всем удачи, всем пока.